Подать заявку на портале государственных муниципальных услуг Московской области на размещение мобильного торгового объекта в городе без сложных схем и торгов. Такая возможность сегодня есть у предпринимателей. В Щелкове примеров открытия подобных точек общепита уже немало. Актуальную тему обсудили на круглом столе с предпринимателями сотрудники администрации муниципалитета и Щелковской торгово-промышленной палаты. Для этого нужно быть местным производителем, стать в реестре МСП. Не должно быть у предпринимателя долгов. Это одни из условий для того, чтобы получить эту услугу. Предприниматель, подав услугу, выбрав место, в течение 2 календарных дней получает договор на подписание и после подписания может размещать свое мобильное сооружение, там либо тележку, либо фудтрак. Любой предприниматель имеет возможность, обратившись в торгово-промышленную палату, получить поддержку реализации всех своих невероятных проектов и получить поддержку администрации городских округов. В 2023 году на территории городского округа Щелково введена новая услуга – размещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Совместно с окружным советом депутатов администрации муниципалитета проведена работа для подключения на территории городского округа Щелково данной муниципальной услуги. В том числе утверждена методика расчета стоимости размещения сезонных кафе. Так, в городе с начала лета открыты 13 сезонных кафе при стационарах. Для сравнения, в прошлом году таковых было лишь 2. По поручению губернатора Московской области, чтобы развивать доступные места отдыха жителей. Значит, совместно с Советом депутатов городского округа Щелково Тарасовой Марией Николаевной подготовлен был нормативный документ о именно ставках платы за размещение такого объекта. У нас на территории Щелково эта цена минимальная. Летнее кафе должно быть включено в схему. У нас есть схема НТО, теперь вот новое новшество, да, это схема летних кафе. Сама процедура размещения нестационарных торговых объектов благодаря новому подходу стала проще. Для этого проведена большая работа в городском округе и в регионе в целом. Нововведение – новые возможности для предпринимателей в сфере общепита. Несомненно, это поддержка бизнеса, что сегодня является важной задачей. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте администрации городского округа Щелково. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.